Красногорске с размахом отметили 90-летие Московской области. В концертный зал Дома правительства съехались первые лица власти, почетные жители Подмосковья, представители бизнеса и культурного сообщества. Глава Химок Дмитрий Волошин посетил праздник. 90 лет Подмосковья. Мы понимаем, как сильно поменялась область за это время. Но очень важно отметить, что она меняется с каждым днем еще больше. С юбилеем Подмосковье поздравил Владимир Путин. Праздничный адрес от главы государства зачитал полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Дорогие друзья, поздравляю вас с большим знаменательным событием – 90-летие Московской области. На протяжении столетий древняя подмосковная земля играла важную роль в становлении и укреплении российской государственности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил знаки «Почетный гражданин Московской области» олимпийским чемпионам Ирине Родниной и Владимиру Максимову. Уважаемый Андрей Юрьевич, уважаемые жители Подмосковья, я очень тронута и благодарна за столь высокую оценку и такое высокое звание. Сегодня Московской области исполняется 90 лет. Во все времена Подмосковье было и остается стратегически важным регионом нашей страны. Московская область всегда играла особую роль в укреплении государственности, духовных традиций, в культуре, науке, в военных победах нашей страны. После официальной части открыли концертную программу. На сцене блистали как маститые представители российского шоу-бизнеса, так и начинающие артисты. Свои номера представили юные таланты из Московской области, лауреаты и победители российских и международных музыкальных конкурсов, подрастающая творческая элита Подмосковья.